Комсомоль собрался в поддержку Фургала Сергея Ивановича, выразить поддержку ему, то, что мы переживаем, требуем честный, открытый суд в Хабаровске. И мы против политики временно исполняющего обязанности губернатора Дегтярева. Мы считаем, это московский ставленник, ничего хорошего для края он не принесет, он просто показушник. Мы не хотим его здесь видеть среди нас, и чтобы он управлял нашим краем. Нам он здесь не нужен, пусть летает на Луну, в Самару едет. В общем, Дегтярев пошел вон. Урка!